Что-то у меня сегодня соседки активизировались с помывкой улицы. Здесь, кстати, эта картина совсем не редкая. В крупных городах я такого не наблюдала, там, где все-таки многоквартирные дома, там. А здесь, как правило, ну, максимум там 8 квартир на дом. И вот так соседки моют, подметают тротуар вокруг своего дома, причем нужно понимать, что этот дом им не принадлежит. У них просто квартира, да. Есть те, конечно, счастливые обладатели именно целого дома, да, но в основном, конечно, те люди, которые прибираются вокруг, это просто те, у кого квартира в этом доме. Не знаю, что их сподвигает. Наверное, все-таки слишком большое количество свободного времени, мне так кажется. Ну и раз уж я на балкончике, покажу вам свою красоту. Смотрите, как у меня растения окрасились, какая прелесть. Да, прям буйство красок. И фиолетовый, и голубой, и зелененький. Вот за что я люблю суккуленты. Всем доброе утро. Кстати, так, где она? В общем, как-то так, то, что меня обсыпало, оно как-то прошло. Очень странная штука. Я думаю, что да, это просто от этого самого, от жары. Сейчас 11 утра, четверг, я уже позавтракала и хотела сходить тут до спортивного павильона нашего, потому что мне сказали, да, я потом в интернете нашла информацию, что у нас здесь, как это сделали, рефухио, как-то убежище, в общем, для животных, которых спасли от пожара, да. Причем очень интересный выбор, да, расстояние все-таки приличное, почему они не нашли что-нибудь более подходящее, да, поближе, да, хотя, возможно, они не знали, какая ситуация будет на севере, и предпочли уже безопасность на юг перевести. Хотя расстояние здесь большое. Ну, пойдем посмотрим, на самом деле это существует или нет. Да, они, кстати, в интернете просили помощь со всякими там переносками, едой, лотками и так далее. Да? Если они есть, то я им сейчас отнесу что-нибудь из того, что у меня есть. Вот вам Испания. Точнее, подтверждается, что это оно и есть, Испания. Вчера была информация про вот это вот убежище для животных, да, здесь. Сегодня я этой информации, во-первых, не нахожу, во-вторых, обошла все вот эти вот спортивные сооружения, которые здесь есть, и ничего не нашла такого. Так что здесь информация, с информацией все плохо. Вот. Че народу-то столько сегодня? Я опять бегу на работу, как вы уже поняли. Да. Дикая-дикая жара. Невозможно. Я, правда, сегодня нормально поспала до предела. Даже не ставила будильник. И, конечно, это уже совсем другое дело. Сегодня вообще какой-то аншлаг и на дороге, и на тротуаре, и самолеты.
Я все думаю, надо как-нибудь вам будет заснять этот... как это? Как я пытаюсь что-нибудь снять, когда важно отсутствие шума, да? Когда тут залаяла собака, только залаяла собака, начинаешь записывать, снова говорить. Тут соседи включили музыку, тут начали что-то штробить, вот, чтобы вы поняли, в каких условиях приходится снимать. Некоторые там жалуются на шум, но, видимо, им больше повезло у нас. И, видимо, они в какой-то другой Испании живут. Сколько вот я путешествовала по Испании, да, и сколько вот сейчас живу, что я жила в туристическом городе, что здесь вот в районе неблагополучном, скажем так, все время шум везде. Здесь еще помойка не приезжает в 3 часа ночи, и не орут эти мусорщики. Вот. Так что, конечно... Сегодня поспала, это совсем другое дело, то есть я вообще, ну, не убитая прям в хлам, потому что вчера вот я ехала с работы, мне не удалось сесть, и у меня в какой-то момент очень быстро возникло ощущение, что я просто сейчас выйду на любой остановке, мне не важно, что будет, как я доберусь домой, но мне главное сейчас просто сесть где-то на ветерке, вот, и главное, что сесть, и тут как раз там... Человек вышел, я села. Это было просто ощущение, что я была в полуобмороке, да, вот от этой жары, от усталости. Да, врагу не пожелаешь, конечно. Надеюсь, что... Сейчас уже буду просто требовать, чтобы мне вернули машину, если она на ходу. Хотя бы пока не закончится вот эта вот жара. Хотя мне уже этот техосмотр проходить в сентябре. У меня, да, машина старая, поэтому техосмотр мне нужно проходить каждый год. Мне надо, если можно пройти техосмотр, и если она, в принципе, безопасна на ходу, то надо ее забирать, потому что в такую жару очень тяжело еще на автобусе. Да, ладно. Идем дальше. Нет, я все-таки удивляюсь, как в такую жару, сколько нужно спать. Потому что я вот поспала... 8 часов получается, да, и мне этого явно недостаточно. Меня в автобусе опять сморило, голову мотало туда-сюда, мне все муж шутит, что у меня в транспорте голова когда-нибудь открутится. Потому что я вообще не могу в транспорте бодрствовать. У меня даже вот до чего дошла, в бутылочке вместо воды энергетик. Терпеть их не могу, они очень сладкие. Ну, хотя вот этот без сахара, но он на вкус очень сладкий, противный. Вот, но он хоть как-то действует, я крайне редко их пью. Вот. И, в общем, сегодня без энергетика никак. Песики. Встречаете, котики. Куда пошли? Куда ты пошла? Мама? 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 Да? Что такое? Что это такое? Марвель, куда ты все время хочешь уйти? Потом будешь опять проситься домой. Какая хорошая девочка. Ой-ой-ой.
Всем снова здравствуйте. Очень извиняюсь, что вчерашнее видео не вышло, потому что у меня, как всегда, были планы. Вот. Но да, я хотела записать, конечно, финальную часть после работы, но девушка, как это, коллега по работе, вызвалась меня подвезти. Ну и, соответственно, уже здесь в ночь в нашей деревне вообще освещения нет. И плюс еще вот так с телефоном идти, вот я бы не отважилась реально ночью. Поэтому моя финальная часть сорвалась. Господи, какой там дурдом в квартире у кого-то. Вот. И да, дома записывать, когда муж спит, я стала записывать звук, да, еще комментарий к видео. Вот, мне нужно было записать финальную часть, только я начала записывать звук, при том, что не очень громко. И соседи сверху уже зашевелились, то есть чувствуется, что я их разбудила. Поэтому дома ночью записывать нереально. Да, у нас слышимость в Испании, стены тоненькие, поэтому слышно практически даже, о чем соседи разговаривают, поэтому нет. Так, мне надо записать следующие части, всякие минусы жизни в Испании и так далее. Вот. Ой, меня давят. Поэтому я записываю вот уже сейчас в пятницу финальную часть. Смотрите, какие у меня колоритные женщины на заднем плане, да? Просто Африка-Африка. Так, сегодня пятница, последний рабочий день, как вы можете судить по этой рубашке, которую я сейчас пытаюсь использовать как можно меньше. А поскольку я в ней, то это значит, что 4 рубашки эти пола голубые у меня закончились. Значит, я отработала 4 дня. И сегодня 5-й. Да, на этой неделе, слава богу, 5 рабочих дней. А вот на следующей, наверное, будет 7-8. Да, в следующий раз, в смысле, для следующих выходных. И сегодня мрачно, и даже не побоюсь этого слова, прохладно. Да, по сравнению с тем, что было, вот сейчас, наверное, 25 градусов. Я бегу, мне все равно в такой униформе, да, вот в таком виде, мне, конечно, все равно жарко. Но надо признать, что в нашей деревне прохладно. Я сейчас приеду в Лос-Кристианос, и там, скорее всего, будет жарче, потому что там всегда жарче. У нас везде микроклимат, да, везде какие-то ложбины, горы. И в зависимости от этого климат разный, да, даже вот за одной горой. То есть у нас здесь прохладно, а за горой может быть жарко. Да, за горой имеется в виду за холмом, просто элементарно в 5 километрах. И что я хотела сказать вчера в завершающей части, что реально мне пришло в голову, что у нас просто какой-то вот сейчас на Канарах, сейчас, ну довольно давно, то есть то, что происходит, наверное, можно сравнить с какой-то 10 казнями египетскими. Вот реально, у нас уже чего только не было в последнее время, и вулкан извергался. И эта Калима, из которой мы не можем вылезти, да, этот песок. И сейчас вот огонь. Вчера, то, что я в этом же видео вам показываю раньше, да, там была саранча. Мне местные жители, кто вот именно здесь всю жизнь живет, сказали, что уже десятилетия как минимум не видели саранчу. А вчера она напала на наших клиентов в отеле. Я, конечно, побежала на нее смотреть, на эту саранчу. Так что да. И у нас куча насекомых сейчас. Просто, короче, все насекомые активизировались, куча тараканов, куча мух, которые вам не дают в кафешке покушать. Вот. Прямо такая, да, выделила трагедию, что вам не дают в кафешке покушать. Но суть не в этом. В общем, очень много насекомых. Все, вылезла из автобуса. Надеюсь, что последний раз. Ну, в смысле, последний день я или предпоследний езжу на автобусе, потому что мне вчера, в принципе, механик сказал, что сегодня могу я подъехать, забрать машину с утра. Но с утра это нереально.
ой, что-то прям такое у нас начинается, а может будет дождь, но это было бы вообще что-то такое нереальное, да? И, в общем, да, сегодня абсолютно нереально мне было. Я проснулась в 11, мне еще на автобусе ехать, а потом заступать на работу в 3, в общем, нет, это было абсолютно нереальным сегодня заехать и забрать машину. Вот. Ой, там ящерицы. У нас вчера одна ящерица еще забралась в этот самый, в ресторан. В общем, у нас еще только нет. И получается, да, что получается? Из этих 10 казней египетских мы охватили, наверное, уже, я не знаю, 6. В общем, у нас все эти насекомые, да, кровососущие, что там, да, комары у нас тоже активизировались. Короче, мошки, комары, всякая вот эта вот штука, да. Потом саранча, необычная тьма, да, то есть наша вот эта вот калима, которая висела такая там, всю тьму создавала. Потом, значит, всякие язвы, да, то, что, где говорится язвы. Ну, понятное дело, что это отсылка к болезням, ну, коронавирус, да. Конечно, коронавирус не только на Канарах, но все же тоже, да. А что там? Огненный дождь, огонь, то есть огненный дождь, соседний остров у нас извергался вулкан не так давно, соответственно, огненный дождь, считайте, да, и вот огонь у нас сейчас, поэтому, да, у нас только не хватает. Ну, не хватает. Давайте не будем. Ну, в общем, есть несколько еще пунктов, которые пока не произошли. Ну, в общем, уже страшно. Страшно, что еще может быть. Реально, 10 казней египетских. Что, ребята, буду с вами прощаться. Все, я доехала домой, меня опять подвезла коллега по работе. Думаю, надо с вами попрощаться хоть вот так вживую, потому что как-то мне не очень нравится просто подписывать. Большое спасибо за просмотр, до свидания, да, но, к сожалению, так иногда приходится делать, когда нет возможности записать заключительную часть, потому что иначе бы пришлось переносить видео на следующий день, да, что тоже, мне кажется, не айс. Вот поэтому я вот с таким интересным фоном на заднем плане вам записываю. Ну что, у нас так идет дождь, я надеюсь, что на камеру не попали капли, а то все исказится, и так мое искаженное лицо, вот. И если, в общем, исказиться, то вы знаете, что это потому, что дождь идет. И начался он, кстати, где-то часов 5. И так он и идет. Но это, конечно, не российский дождь, там питерский, например, да, когда вы дошли там от... вам пешком там дойти метров 500 или 800, в крайнем случае, от метро до офиса, да, и вы там до трусов промокаете. Тут, конечно, не так, но тем не менее он идет не переставая. Все-таки для Тенерифе это очень много, для юга Тенерифе это прям очень много. Столько часов, да, сейчас вот уже 12 ночи. Получается сколько? 7 часов. 7 часов идет дождь. Удивительно просто. Я, в общем, с таким удовольствием прям гуляла там, да, там что-то вышло как раз там, где у нас нет навеса. И, в общем, там что-то занималась делами, да, важными по работе. И мне все клиенты говорят: ты что ты потом доделаешь, типа, иди прячься от дождя. Я говорю: вы что, в кои-то веки у нас вообще первый раз практически за год идет дождь. Как я буду прятаться? Вы что, я наслаждаюсь, наоборот, вышла специально, они там ржали так долго. Не понимаю вообще, как такое может быть просто. Потому что они, большинство из Англии, да, из каких-то северных стран, где, в общем, постоянный дождь, где снег и так далее, да. Вот. И, в общем, пока мы наслаждаемся. Не знаю, что будет завтра. Завтра с утра план поехать, да, чтобы меня муж там провез хотя бы через деревню на пляж и посидеть там в 7 утра, пока никого нет.
посмотрим, как дело пойдет. Все, всем большое спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И пока-пока!